Мы на месте. Мы приветствуем Александра, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Что-то как мумия, весь перебинтован. Перебинтован. Хорошо. Сканер, разрежете все веревки, чем он там перебинтован. Если этот бинт имеет подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы, активируй их. Ты видишь сейчас их четко и ясно. Выводи их вместе с этими бинтами. Все это формируется в шар. И как все выйдет, отправляй шар в клетку-тюрьму. Готово. Итак, Александр, нам нужно ваше разрешение на проверку. Даю. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Александра, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Александра, находит все. Но у него есть как ботинки какие-то, кроме вот этих бинтов. Ботинки. Тяжелые. Хорошо, сканер. Выведи эти ботинки, отключи их полностью и отправь в клетку-тюрьму. Гуманоид притянулся. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид. От гуманоида выстраивая каналы, притягивая всех остальных ответственных. 1, 2, 3. Все, кто с ним связаны, притягиваются в клетку-тюрьму. Говорит, что так быстро не притянешь, пока только я здесь. Ты знаешь, куда ты попал вообще, гуманоид? Знаю. Ты знаешь, что тебя грозит за это, да? Заключение. Не уверен. В моих руках появляется шар живой плазмы. Итак, ты находишься во власти Александра. Если Александр сейчас изъявит желание тебя уничтожить живой плазмой, я им передам ему этот шар, он передаст тебе. Вот такая перспектива тебя ожидает, гуманоид. Говорит, посмотри на него. Он этого не сделает. Он слишком гуманный. Хорошо, Александр. Вот такое мнение существует у гуманоида. Вы не собираетесь защищать свое тело? Вы можете изъявить какое-то желание возразить этому интерференту сейчас? Я защищаю, делаю, что могу, но знаний моих не хватает. А, гуманоид, на что ты зашел? Какая цель была подключки? Откуда ты, кстати, гуманоид? Я с Ориона. Сколько ты находишься в этом биополе? Как ты мог его защиту ослабить? Где ты вошел? Слабость есть у него. Какая? Этой слабостью легко управлять. Как эта слабость называется? Сомнения у него внутри. Эти сомнения создают пустоту. Да, сомнения в чем? В своих силах и во всем, что он делает. В чем сомнение-то? Не хватает решительности. Силе духа. Сомнение в своей силе духа. Ну хорошо, ты можешь, конечно, много рассказывать. Итак, когда ты к нему подключился, сколько дней находился ты в его биополе? Я покажу разницу. Покажи разницу. Есть у него дух и знания определенные, но не хватает уверенности, чтобы этот дух развивать. Как будто нет основы из-за этого. И это и есть его слабость. Кто тебя послал, гуманоид? Ты получил заказ на него? Я бы не назвал это заказом. Это договоренность. И не только на него. Он может стать очень сильным. Поэтому сейчас, пока он слаб, нужно действовать. Это ящеры тебе сказали, да? Это договоренность. Между кем и кем эта ваша договоренность существует? Не трать мое время, гуманоид. Ты правильно заметил. Имею в виду ящеры. Понятно. Хорошо. Я третий раз, последний раз спрашиваю, сколько ты находился в этом биополе? Я всего 3 раза спрашиваю. Около 10 дней. И где ты его подловил? В астрале или ты его... В дом ты не мог войти? Дом защищен. Где ты его подловил? Я наблюдал. И где этот момент настал, когда он настал, где он был ослаблен? И почему он не мог справиться с тобой сам? Он не мог разве выдавить это все из себя? Эти бинты, уверенности не хватает. У него есть все. У него есть кроме знания. Знаний своей силы. Хорошо, здесь мы, к сожалению, тоже ему помочь не можем. Он должен сам дойти до этого момента, когда он будет уверен с собой. Итак, 10 дней я записал. Начинаем с реверса энергии, даю команду. Ограждаем мы его. Ограждаем. Хорошо, я тебе просто объясняю следующую ситуацию. Если он действительно попадет к нам и станет нашим учеником, после этого вы уже не сможете так это спокойно все делать, потому что вы будете делать это со мной. У меня есть оружие для вашего уничтожения. Точно такое же оружие получат и мои ученики, как и получают. Я понимаю вашу озабоченность на настоящий момент о силе наших учеников и то, что это все растет и будет расти дальше. Но я обращаю твое внимание, что мы работаем не в вакууме. За нами стоят тоже определенные силы.
определенный знак. Именно в этом наша работа, чтобы не дошел он до вас. Хорошо. На этом этапе. Хорошо. Это и есть его слабость, одиночество и нехватка знаний. Этой информации мне пока достаточно. Начинаем, переходим к реверсу. Даю команду тонкой копии Александра спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам. Канал выстраивается также к этим бинтам и ботинкам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на эти каналы. В порядке реверса Александр забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе по праву. Готово. Сканер, просканируй сейчас Александра на чистоте этих бинтов, ботинка и гуманоида с Ориона. Если что-то осталось незамеченным, найди это и выведи из биополя. У него чисто, но у него еще какой-то свет есть. Выдави его. Включаю внутренний белый свет Александру. И этим светом он выдавливает этот свет из себя чужеродный. Все выходит, формируется перед ним шар. До 100%. Вышел. Хорошо. Отправляю шар в клетку-тюрьму. Это остаточная энергия от гуманоида или кто-то другой еще, Вера? Нет, это кто-то другой. Выстраивает этого шарика канал ко всем ответственным. 1, 2, 3. И притягиваю ответственных за эту энергию. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Ну, похоже на неупокоенную душу, но она другие формы имеет. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Женщина в белом платье. Хорошо, представься. Ты неупокоенная душа? Ставим маячок зеленый-красный. Если ты неупокоенная душа, зеленый, если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый, но он мне не нравится. Она говорит, я Эльза. Она как какая-то иллюзорная. Выстраивают этой Эльзы каналы ко всем другим ответственным, с кем она связана. 1, 2, 3, притягиваем всех ответственных по каналу в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Не могу понять, кто это. Снимаются маски и голограммы сущности, представить согласно своему эфирному коду ДНК. Если не проявится, начинаю уничтожение. Предупреждаю сразу. Не проявился, Вера? Но это не сущность. А кто это? Это мужчина какой-то. Хорошо. У него накидка на голове. И он как сухой, такой пожилой. Сухой, пожилой. Это не магия случайно? Ставим маячок зеленый-красный. Магия зеленый, если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый. Кто ты такой, мужчина? Притягивай всех, с кем он связан, по каналам. Выстраивай от него каналы от этого мужчину, притягивай всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме все, кто с ним связан. Он говорит, ты никого не найдешь, только я с ним связан. Кто ты такой? И что ты тут в это биополе послал? Наблюдаю за ним давно. Энергия иллюзий послал. Энергия иллюзий. Сейчас ты их получишь назад. Имя свое назови. Молчит. Имя мое может быть любое. Хорошо. Артур Эйнштейн. Открывая поток любви Абсолюта над его клеткой. Пошел свет любви отца. Мне кажется, тебе темно там немного. Он закрывает. Влад, сожги его защиту. Удар. Сжигай его магическую защиту. Надоело мне. Готово. Так тебе лучше? Мысли чуть-чуть протрезвели твои? Неприятно. Это еще не все. Итак, сколько ты находишься с этой иллюзией в его биополе? Вернее, сколько эта иллюзия, когда ты ее послал? Я пытался зайти в его мысли. И что делать? Скажу тебе, что его защиты и добрые намерения обжигали меня. Это еще больше интриговало, завораживало. Угу. И манила. Ты свои границы искал, да? Где они заканчиваются? Вот ты дошел до этого места. Послал дальше ему Эльзу. Эльзу ты послал. В иллюзию. Так. Значит, тогда делаем следующее. Я не думаю, что мне здесь сейчас нужен этот... Для какой цивилизации? С какой цивилизацией ты работаешь? С нижним миром или с космическими? Почему тебе интересен этот вопрос? Боже, я работаю... Да.
космическими энергиями. Вот поэтому я тебе и говорю, у меня космические паразиты каждый день стоят в этой клетке. Рядом с тобой стоит один такой гуманоид. Ты связан как-то с ним? Я не связан с ним, но его энергии я понимаю. Хорошо, значит, ты работаешь для них, для этой цивилизации. Ну что ж, давай сделаем тогда, вернем магию, после этого придется проходить полностью все. Александр, я обращаюсь к вам. Вы видите эту ситуацию с этим человеком? Вы знаете, о ком идет речь? Вы знаете его? Нет, я пока не совсем понимаю. Это человек, который магическими ритуалами или какими-то своими знаниями пытается проникнуть в вашу голову и манипулировать вами. На этом этапе у него пока не получилось, но получилось подослать вам иллюзию. Иллюзия вот эта Эльза, которая стоит рядом, этот ложный свет. Я спрашиваю вас, вы желаете вернуть ему всю эту магию ему назад? Конечно, желаю. А да, будет так. Так и есть. Выстраивается прямой канал от Александра к этому магу. Устанавливаю эту голограмму Эльзы в него, не может вывести. И даю команду на счет 3 Александру произвести отчуждение всех негативных патогенных низковибрационных энергий, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по этому каналу, возвращается все назад до 100% усилий потоки в 100 раз. Он испытывает моментально это чувство, которое он пытался получить от Александра. Все начинает действовать до 100% все назад. Что идет, Вера? Но ему идут как видение, желание, чувство. Все назад, усилию потоки. О. Интересно, Вера, там осталось что-то светлое в нем? Он украл что-то? Или он только запускал темное? Он смог? Нет, он не воровал. Он вообще, у него как спортивный интерес. Он вокруг крутится. Хорошо, спортивный интерес. Пытается пробить. Понятно. Найти лазейку. Какой у него возраст? Считай информацию. 43. 43. Хорошо, Александр, посмотрите в своем окружении на этого человека. И даю команду на счет 3, притягиваю его алтарь и все магические книги, все знания, которые находятся в матрице. 1, 2, 3. Стоят в клетке тюрьмы. Алтаря как такового нет у него. Книги у него есть, но он их читает, он ими не пользуется для как таковой магии. Понятно. Энергии. Энергии — это то, с чем он работает. Там нет заклинаний. Хорошо, он работает с энергиями, посылая, визуализируя то, что он хочет получить. Там Александр. Есть какие-то артефакты у него. Хорошо, притягиваем. Вместо защиты была как такая, дубинка, я бы сказала, в руках что. И где она? Сожглась? Да. Хорошо, на этом этапе здесь достаточно. Подхожу к клетке, достаю свое магическое кольцо. Открываю и дую в него, стирая ему магическую память на всех уровнях. Не может больше ни с кем связаться, его магия не работает. Да будет так, а так и есть. Полностью стираем все магические знания. Еще что я могу сказать, он спортивный и довольно такой позитивный человек, на которого никогда не подумаешь. Хорошее замечание. Итак, кольцо работает, Вера? Да. Хорошо. Готов. Мужчина, как тебя зовут? Он опять почему-то говорит Эйнштейн. Эйнштейн. Смеется. Понятно. Хорошо. А что ты здесь делаешь в этой комнате, Эйнштейн? Он говорит, что это мой псевдоним. Хорошо, псевдоним Эйнштейн. Что ты здесь делаешь в этой клетке? Что ты здесь находишься? Сплю, наверное. Абсолютно верно. Спишь. И когда проснешься, ты получаешь сейчас следующую программу. Я даю тебе установку. Если ты еще один раз захочешь, проявится у тебя такой спортивный интерес войти в чужое биополе, в Александра или в любое другое, у тебя моментально он усиливается до тех пор, пока ты полностью не переведешь свои мысли на другую тему. Да будет так, а так и есть. Программа действует, программа активирована. Все, с ним я закончил. Голограмма в нем находится. И я перед тем, как портал, я сжигаю каналы. Значит, 3, 1, 2, 3, удар, каналы отлетают. Открываю воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Открываю канал на чистоте этого мужчины, он уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Эйнштейн. Невысокого роста. Готово. Хорошо. Итак, с этим мы закончили. У нас остался гуманоид. Даю команду на рассинхронизацию Александра с этим гуманоидом. Бинтами, ботинками. До 100% на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Заканчивается автоматически.
Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо. Ли, я прошу выйти со мной на связь. На связь. У меня здесь гуманоид Сариона. 10 дней сидел, пришел по заказу ящеров. Почему-то ящера я не смог притянуть. Цель была вывести его, этот человек собирается у нас учиться, цель была, не, чтобы он не дошел до обучения, не получил каких-то определенных знаний. То есть заказное нападение. Попытка нападения, забираем его. Благодарю тебя. Я сжигаю это все? Да, уничтожаю. Под бинтами и ботинками открываю воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Александр, как вы себя чувствуете сейчас? Мне спокойно и радостно. Хорошо, не забывайте, что вам надо защищать. А защита возможна только тогда, когда у вас нет сомнений, нет страха, есть уверенность. Именно на эту слабость они и заходят. Посмотрите в своем окружении на этого человека, выставляете защиту зеркальную перед ним, что все отражает, если вы его знаете. Мы описали, как он выглядит, какой возраст. По идее, у него сейчас должны полностью отпасть желание заниматься этой магией, потому что знаний и связи уже с этой энергией у него нет. Будем надеяться, так и останется. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Александра в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.